Значит, мужичишка приходит в аптеку и спрашивает у фармацевта: «Послушай, страдаю запором, есть у тебя что-нибудь такое слабительное?» Он говорит: «Ну, конечно, у меня есть отличнейший рецепт. Сейчас мы тебе его сформируем, как бы сделаем из ингредиентов». «Ну, хорошо». Он такой: «Давай, вот тебя от аптеки до дому сколько метров?» Он говорит: «Ну, я тут рядом живу, где-то, ну, метров 150». Он говорит: «Так, хорошо, значит, от меня до выхода 15, так, 15 плюс 150, наливает синие жидочки в пузырек. Так, значит, дальше, от подъезда до квартиры, сколько расстояния?» Он: «Ну, я на 9-м, так, это... Вот за открыть дверь, зайти до лифта, значит, 10 метров, на лифте 2 минуты, ой, нахуй там, 6-7 секунд, значит, и от лифта до квартиры, ага, он все понял, раз-раз, доливает желтой жидкости. А значит, он: «Ну, ладно, блядь, замесил это все дело, нахуй, добавил еще водички и, значит, отдает ему». Тот ушел, на следующий день приходит, ну, фармацевт у него спрашивает: «Что, как препарат?» Он говорит: «Бля, ты знаешь, фармацевт, ты от бога, так пронесло, но математик с тебя хуёвый, блядь».